Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Дони и добро пожаловать на канал. Сегодня мы с вами снова играем в мобильный самп, и это у нас онлайн РП. Скачивайте игру по ссылочке из описания к этому ролику. И, ребят, также при регистрации своего аккаунта в чате вводите очень простую команду /промо, как это сейчас делаю я. После этого в окне вводите очень простой промокодик, который называется Доня. Вводите его также, и вы получаете 120 000 долларов на третьем уровне. Это очень хорошие деньги, и на эти деньги вы сможете купить себе первую тачку, а также какой-нибудь скин и даже, возможно, поднакопить немного и купить себе дом на онлайн РП. Поэтому скачивайте игру по ссылочке из описания к этому ролику и играйте на первом серваке Техас. Именно здесь я играю. Итак, друзья, сегодня в этом ролике я покажу вам все действующие промокодики на онлайн РП. Ну и давайте мы посмотрим один из самых новых промокодиков, который называется #31DEC. Вводите его, и вы получаете 80 000 долларов, отыграв всего лишь 5 часов. В сумме с двух промо, ребята, вы получаете аж целых 200 000 долларов, а это уже реально очень классные деньги. На эти деньги можно купить себе дом, а реально крутую тачку какую-нибудь и реально неплохой скин, поэтому дерзайте, все в ваших руках. Далее промокод #Зима23. Он даст вам еще 75 000 виртов, но есть один нюанс. Нужно, чтобы вы получили сначала бонус за промокодик #31DEC. То есть вы его получаете, а после этого уже можете ввести промокодик #Зима23. Далее промокод RAV4. Как вы понимаете, с промокодика вы получаете Toyota RAV4 на 24 часа. Можете кататься целые сутки на прикольной тачке. Ну, вполне себе неплохо под самое начало игры покататься на прикольной машине. Но это реально, ребят, я считаю, что большой бонус. Далее промокод, который называется M5E60. Как, разумеется, несложно понять, вы получаете BMW M5E60 на 24 часа. Опять-таки, можете покататься. Тачка вполне себе крутая, как по мне, одна из самых интересных на всем серваке. Далее промокод MBANAN. С него, как вы понимаете, вы получаете Mercedes CLS-63, тот самый Mercedes Банан. Ну, реально крутая тачка на самом-то деле. Далее промокод BCGT. С него вы получаете Bentley Continental GT, максимально просто, можно понять, опять-таки на 24 часа. Тачка вполне себе неплохая, как по мне, покататься, в принципе, просто понять, стоит ли покупать ее в будущем вам. Да, вот именно для этого вы можете ввести промокодик BCGT. Далее промокод BX7M. Как вы понимаете, вы получаете за это BMW X7 на 24 часа. Далее промокодик Audi Tron. С него вы получаете Audi Tron на 20 часов. Далее промокод RCF Car. С него вы получаете Lexus, тот самый, который RCF, на 20 часов. Можете покататься вполне себе, очень даже прикольная тачка. Итого, ребята, вы с этих промокодиков получили реально очень хорошие деньги, крутые тачки, на которых можете покататься и насладиться. Самое главное, здесь есть реально промокодики на деньги. То есть в сумме со всех промо вы получаете примерно 270 000 долларов. А чтобы вы понимали, самая дешевая тачка на онлайн РП стоит примерно 1000-15-20. То есть реально это очень дешевая тачка. Какая-нибудь можете ее купить, остальное уже вложить там в покупку дома и так далее. В принципе, даже особо работать не нужно. То есть реально очень большой кайф поднять себе имущество на онлайн РП совершенно бесплатно. На канале я буквально недавно выпускал ролик, где рассказывал о самых лучших тачках для новичков на онлайн РП. Если вы пока еще его не смотрели, разумеется, посмотрите, потому что там я рассказываю по полочкам, какие машины я советую покупать. И там реально есть интересные варианты. Есть разные лоурайдеры, есть маслкары, двухдверные, четырехдверные тачки и так далее. Чтобы вы понимали, вы реально можете за небольшие деньги, там 25 тысяч баксов, потратить на покупку классного лоурайдера. А еще можете ему поставить прикольные там диски, колеса, обвесы, винилы даже можно сделать. И это будет просто самая крутая тачка на всем серваке. И учитывая то, сколько у вас еще останется денег, вы, ну, можете постараться купить себе самую дешевую квартирку. Они стоят примерно 1150, в риэлторском агентстве можно поискать. Они сейчас стоят, наверное, да, 1150. Раньше стоили около 100 000, теперь около 150 000. Друзья, ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал, это очень важно. А также играйте вместе со мной. Всем удачи и всем пока-пока!